Виктория Юлиановна – врач-рентгенолог. За один рабочий день через нее проходят десятки человек. Разные диагнозы и страх перед самым страшным – раком. Именно так он выглядит на снимке. Белое пятно с нечеткими границами. Чем оно меньше, тем больше шансов, что болезнь удастся победить. Так выглядит маммография молочных желез. Вот это наш метод обследования. Мы видим правая молочная железа, левая, и на боковых снимках правая, левая. То есть при исследовании пациенту производят 4 снимка. Аппарат малодозный и облучение незначительное. Вот мы видим патологию. Это узел до 1,5 сантиметра, который находится справа в верхнем наружном квадрате, то, что называется раком молочной железы. На этом снимке злокачественная опухоль выросла до угрожающих размеров. Изменения видны не только на рентгене. Нехороший диагноз у себя подозревала и сама пациентка, но к врачу идти просто боялась. Чаще всего женщины объясняют несерьезное отношение к своему здоровью заботами о домашних и загруженностью на работе. Заняться собой просто некогда. Вот женщина молодая, 52 года, обратилась в поздней стадии. Правая молочная железа, левая молочная железа, резкая асимметрия вообще, вот как бы если мы сравниваем, утолщение кожи видим явное, вот такое большое, и видим огромный узел до 5 сантиметров. Любить себя и заботиться о своем здоровье – главное пожелание онкологов. Любое отклонение от нормы – бегом к врачу. Любая пигментация, покраснение, либо выбухание кожи, либо втяжение соска, либо любые изменения, которые не вкладываются в норму нормальной молочной железы, как она должна выглядеть. В среднем риск заболеть раком молочной железы имеет каждая 10-я женщина. Самой молодой пациентке Мозырского онкодиспансера было 26. Опухоль растет от 2 до 5 лет. И от того, когда пациентка обратится за помощью, зависит ее жизнь. Мы работаем более 1,5 лет уже, как установлен аппарат. Обследовано 6700 женщин за это время. То есть примерно 400 человек в месяц мы обследуем. 50% выявленной патологии в этом кабинете – это выявлены по скринингу. Остальная рак молочной железы, остальные случаи – это либо после УЗИ, либо после врача-онколога нашего, либо сами женщины что-то заподозрили. Ну, то есть, но процент раннего рака молочной железы увеличился. Современное оборудование, которое есть в арсенале мозырских медиков, позволяет выявлять рак на ранних стадиях. Этот аппарат в самом деле спасает жизни. Женщинам от 50 до 69 лет врачи в поликлиниках предлагают пройти скрининг даже в отсутствие специфических жалоб. Отказываться не стоит. Более молодым пациенткам советуют пройти УЗИ-диагностику. Ведь рак – это не приговор, если лечение начато вовремя. Лидия Поттер, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».